конкурс сидеть и читать стихи. Милана Зарвирова, 4 года, детский сад номер 28, город Берст. Годами все сложнее сознавать нам, избалованным спокойной мирной жизнью, что значит за отчизну воевать, что значит за отчизну умирать, и что для всех, для нас любовь к отчизне. Мы так привыкли родину клеймить за то, что не такая, как Европа, что не понять нам, как могли любить те, кто остался навсегда в окопах, те, кто жив остался и сейчас в постыдной нищете кончает годы, с немым укором смотрят и на нас, и на освобожденные народы. Как вы смогли забыть и растоптать все то, что куплено такой ценою? Как терпит вас еще Россия, мать, так неразрушная той войной? Так чем же сможем отблагодарить? Мы тех, кто одарил нас мирной жизнью, да тем, что будем родину любить, жизнь посвятив служению отчизне.